Наконец-то мы смогли выбраться за город. Я уже несколько месяцев ждала этого. Давай еще чуть-чуть подождем, когда закончатся астрономические сумерки и действительно начнется темнота. Видишь, там, за деревьями, там верхушка луны уже показалась, самая макушка. Через какие-то полчаса мы сможем увидеть и Марс, и Уран, и Юпитер, и Нептун. Это точно. Зрение у нас вовсе не как у телескопа или хотя бы бинокля. А зря не веришь. Юпитер уже тут как тут. Такой яркий, заметный. Не перепутаешь. Я раньше, до того, как начала интересоваться звездным небом, даже и не задумывалась, что уже видела планеты собственными глазами. Они кажутся такими бесконечно далекими. Потом оказывается, что Юпитер вообще сложно не заметить, когда он ярче многих-многих звезд. Какую хочешь? Полярную? Вон там, погляди. Почти на самой оси Земли. Тут так спокойно. Нам стоит почаще выезжать за город. В городе тоже бывает тихо, но это совсем другой вид тишины. Не далекие машины на шоссе, что бесконечно куда-то едут и едут. Не пьянчуги, перепутавшие с ночью день. Не шальные котики, выясняющие, кто во дворе всех сильнее. Я рада, что мы здесь вместе. Что там не зябко? Ты брал плед? Спасибо. Что бы я без тебя делала? О, кажется, уже видно Марс. Видишь?
Вон там, правее Луны и чуть выше. Да, да, он действительно красноватый, даже невооруженным глазом. Да, я когда впервые увидела, так радовалась. Потом всю жизнь живешь с осознанием, что своими глазами видел планеты. У меня тут, кстати, в рюкзаке должен быть бинокль. Увеличение у него, конечно, не как у профессионального телескопа, но кое-что увидеть, я думаю, мы все-таки сможем. Дай-ка. О, погляди-ка вон туда. Не-не, левее. Выше. О, видишь, где в одном месте много звезд? Это Плеяды, звездное скопление. Здорово, правда? А вот здесь еще левее, а теперь чуть-чуть правее. Да, да, вот. Прямо над этим созвездием. Это галактика Андромеды. Да, сомделишная галактика. Ты тоже ощущаешь себя таким ничтожно маленьким, думая о том, что нас окружает. Бесконечные мириады звезд, пространство, что расширяется гораздо быстрее, чем человечество успевает что-то о нем узнать и понять. Ты про Интерстеллар? Говорят, что там довольно недурно изобразили и описали кротовые норы. Ну, разумеется, насколько это тогда было доступно, да и насколько способна графика. А ведь недавно ученым действительно удалось получить изображение черной дыры. Нельзя назвать это фотографией в полном смысле этого слова, но это в голове не укладывается. Сначала мы даже не знали, что они существуют. Теперь можем получить представление, как именно они выглядят. Ты посмотри. Ты видел? Метеор. Загадывай скорее желание. Ты загадал? Я тоже. Только не рассказывай, а то не сбудется. Такой здесь воздух свежий. Аж голова кружится.
Уже осень. Так темно. Кажется, выехать назад к дороге по такой темноте у нас не получится. Ты готов встретить вместе рассвет? Да, это точно. Не в первый и не в последний. Будешь чай? Я брала с собой термос. О, да. Мой рюкзак и сам по себе черная дыра. Туда влезает бесконечно много. И иногда я сама не нахожу вещи, что однажды туда положила. Слушай, давай попробуем Сатурн посмотреть. По идее, увеличение моего бинокля маловато, но хоть без колец полюбуемся. Дай-ка. Ага, вот он, красавец. А ты знал, что у Юпитера, Урана и Нептуна тоже есть кольца? Просто их не так просто увидеть. Вот так смотришь в бесконечную черноту, и даже представить сложно, что там может быть за ней. Как ты думаешь, есть ли где-нибудь разумные существа? Может быть, настолько далеко, что человеческий разум не может этого осознать, но все же. Я тоже думаю, что это вполне возможно, и что они посылают какие-то сигналы в космос. Интересно, знают ли они о нас? Думаешь, пора в машину? Да, наверное. А то что-то уже даже плед не спасает. Холодно. Пойдем и проболтаем всю ночь, пока солнце не покажется над горизонтом.